Доброго всем днища. До. После не очень успешного Санкенленда мы, собственно, вернулись в Майн. Что у нас тут в Майне? А, я, собственно, майнил. Я добывал ресы весь предыдущий Майн, по сути. Сейчас, Майн охреневает от того, что я среднюю кнопку мышки нажал, да? Слушай, что-то меня немного смущает. У меня разве сундуки полными не были? Этот не был, понятно. Мне кажется, что они что-то удалили из Майна. У нас Майн обновился, да, стоит про это отдельно сказать. Майн теперь был 0.36, теперь 0.37.1. И судя по тому, что у меня много пустых мест в сундуках, они что-то поудаляли. А чё вдруг Б, кубы, я еще раз вылетел с Индарини. Бета все-таки очень сырая, вот с последним обновлением стало, поэтому я либо буду жать Sunken Land, пока из бета выйдет, ну, либо обновы следующие, посмотрим. Я прям во время, я нападал на базу, и я прям во время нападения на базу вылетел. И это очень неприятно. Ну, типа, второй раз подряд, за 5 минут буквально вылететь, это прям такое. Так. Ну чё, теперь, в принципе, можно, наверное, даже позаниматься... А, я ничего из этого не забирал. Найс. Так, вот это, наверное, не надо. А, надо просто нажимать было. У меня даже есть лёд. Теперь. Мило. Kitchen Corner... Не, ну я могу его здесь поставить, почему бы нет. Так. 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 Это верхний уголок встает так себе. Да, вот, вот так лучше. Так, у меня есть тост-сэндвич, который я еще не ел. Ладно. Фруктовый салат я не ел. Это дело я ел. Оно пойдет просто сюда. Так, что я в итоге получил? Ух, нифига себе. Так, копье. Детектор люминайзер. Ладно. Хазмат маск. Таймер спел турет. Ленс клип и диапсайд рапер. Я, наверное, не очень хочу диапсидовую рапиру себе. Она один в один как этот, только этот у меня еще и регинит иногда. Okay. Очень любопытно рандом. Где у нас апса, если одна где-то вообще есть? Псидиадна нет. Да, обсидиан пока сюда поставим. Окей, мне интересно, где у нас еще кусочки. Вот они. Я могу себе еще лутбэк, блин. Надо будет отвлекать от того, что на shift у меня не бег, а приседание. Капец, от этого сложно отвыкнуть, когда в несколько игр играешь, и у всех, блин, разные управления. Давай сюда. Destruction! Прикольно. Так. Еще один блок абсорбер. Knowledge Holder это RF Tools. Crafting Job терминал. Хрен его знает. Glowing Water. Harms Undead Enemies. Прикольно. Если б я знал, что это такое, и что он делает, я бы его на самом деле надел бы, но... Diamond Wand! А вот это уже неплохо. Warding Pearl. Okay. Diamond Wand, это, да, это прям... Это хорошо. Так, ты у меня, по-моему, где-то был.
А, вот она. Тикс. Что у нас будет по заданиям теперь? Дорога, Скар. Мне надо заниматься зачаровалкой. Я хочу себе классно зачарованную кирку. А для этого мне надо заниматься... как эта фигня? Апофеозис называлась, да? Точка без такая с Испанией, моим Испанией, вот так здесь все дербельте, кроме ее карантула. Где-то спаунер, кроме моб, using the capture enchantment. Ну, собственно, это непосредственно энчант уже нужен, да? Еще Power Bar 15. Так. Ну и, собственно, надо начинать с этих с ящичков. Майн завис. Any bookshelf. Так. А, подожди, мне для этого, блин, дерево надо. Для того, чтобы крафтить букшелф, мне надо не вдолбись вообще дерево. Так. Где мне взять не вдолбись дерево? Здорово, Дим. Кирка Silk Touch нужна, чтобы собирать... Да, кирка Silk Touch нужна. На самом деле, не обязательно кирка нужна Silk Touch, если уж откровенно, да? Нужен любой предмет Silk Touch. Так, поехали 800 блоков туда, заодно можно какие-нибудь деревья пособирать. У меня что тут? Shapeless? Фиги. Не ел еще. Окей. Давай фиговину соберем. Прикольно, наверное. Магнит бы еще сделать. Да, кстати. Магнит бы тоже не помешал. Что за сборка? Название в названии стрима, собственно. Apple Log. Ты был к одному мне надо. Это тоже вроде... Что тут у нас будет? Пич, персик. В принципе, похрен какое дерево, можно даже вон те все деревья спокойно собирать. Я не думаю, что это проблема будет. А у нас все еще 800 блоков где-то вот в этом направлении, да, надо двигаться? Это под золото, даже не блоки этого. Странно. Вот. Просто пойдем, куда глаза глядят, будем деревья добывать, кстати. По поводу реальных деревьев. Это что такое? Pine log. Я чё-то не уверен, что я из них смогу всякое делать. Не, вроде используется как обычное дерево. Окей. Вроде бы. Вроде бы можно. Ладно, давай мы ёлочек добудем. Ну или чё там пайн, это сосна, это не ёлка, да? Здорово, Лёв. Да нет, фиги, это не так скверно, зря ты так синдарин. Ой, это пчел. Бывает, бывает, левый такое, да. Только в Майн играешь? Очевидно, нет. Мы только что играли в Sunken Land. Он просто не пошел.
А завтра вообще Palworld будем продолжать играть. Я играю в очень много игр разных. По-моему, да, я около той башни был, и она страшная. И там призрачные лучники. Которые нам не то чтобы сильно нужны. Если музыка громковата, кстати говоря, скажите. Я могу потише ее сделать. Че, в Санке не было? Там обновление было. И я в итоге вылетел два раза чуть ли не подряд, и я понял, что надо бы подождать. Там прикольно обнова, там теперь детальки, рецепты выпадают тебе. Непосредственно. То есть не сами детали, вот, а тебе выпадают рецепты, и ты можешь, вот, помнишь, я когда оружие делал, я говорил, что лучше бы сделать так, чтобы ты просто рецепты платил бы, и все. И ты бы создавал свои детали. Вот они, походу, это и сделали. Что прикольно. То есть теперь не обязательно вот те детали в кармане держать. Главное их просто изучить. В этом плане обновление, конечно, прям очень хорошее, но... Из-за того, что я два раза вылетел, причем второй раз сразу в Сосалте, я на базу нападал. И я прям на базе вылетел. Я не знаю, где был автосейв. И это, собственно, меня немного смущает. Здорово, Гром. Ты на чем-то еще стримишь, кроме Твича? Да, на ВК. ВК Play Life. Они нас услышали, но я не надеюсь, что они нас услышали, но... Мне кажется, мне теперь надо Санкину ждать выхода из беты, потому что, ну, жесть. Вылетать во время ассалта прям очень неприятно. А в остальном изменения мне нравятся, да. А, еще они увеличили вместимость бочек на целый ряд. Не на строчку, а на ряд. То бишь, лодка теперь вмещает 36, а бочки теперь вмещают 30. То есть это не 5 на 5, а это 5 на 6. Вот. А ящик, короче, кожаный, который, он вмещает 36. Он теперь стал не 6 на 5, а 6 на 6. Вот. Это тоже офигенно. Я думаю, что комьюнити наныло, а то они, ну, слишком уменьшили место для хранения. Так. Оу. Это какая-то очень интересная башня с вейпоинтом на ней. Да. Как бы туда попасть, не разбившись и не упав в лаву. Ау. Классный нахрен вопрос. Сольки у меня достаточно. Я надеюсь, что это не вражеская башня, разве что. Я, конечно, готов ко встрече со всяким. Но будем надеяться, что башня мирная. А, это просто башня с подъемом. Все, окей. Я на ней даже был. Да, лады. Я уж подумал, что за башня. Я, кстати, с собой опять забыл взять глайдер. Фу. Блин. Надо в следующий раз глайдер себе, блин, оставлять. Деревни я здесь все еще не вижу. Но, по крайней мере, я вижу дерево, которое надо бы добыть. Вот это ее, видно, не надо было добывать, да. Даже персик я уже кушал, поэтому она нам не нужна. Чё, книги не забираешь для зачаровалки? Можно, в принципе, да, книги для зачаровалки собрать. Но у меня, по-моему, книг, типа, неплохое количество. Но...
Да, идея хорошая. Не то, чтобы они очень сильно хорошо падают. В этой башне просто сложно собирать башни, типа, такой конфигурации, что прям мех. Так лучше. Окей. Всё, да? Короче. Не, ну 30 книг, с другой стороны, ладно. 30 книг, ну так плохо. Надо сделать магнит. Да, надо бы. Я про него постоянно забываю. Причем, наверное, магнит даже надо бы сделать на этот. На бэкпак. Все, конечно, будет в бэкпак магнититься, что не особо удобно, когда речь идет про камень из карьера. Или из раскопок, которые я буду делать. Возможно, даже Whitestone понадобится в бэкпак. В старинке. Было дело, пользовались таким. Очень повезло, что алмазный топор выпал. Не ломается вообще. Удобно. Давай еще немного. Я сегодня путешествовать не очень-то сильно планировал. Поэтому, наверное, непосредственно сам прям вот в путешествие отправляться не будем. Небольшой геноцид лесов устроить, да. Это, пожалуйста, спасибо. Очень приятно. О, лава. А у меня с собой ведра есть? Только одно и то с водой. А с другой стороны, я могу апсу себе взять здесь. А вот это, может быть, кстати, было бы неплохо. Алмазная кирка у меня тоже с собой на месте. Окей. Слышь, лава. Так. Слышь, лава, я сказал. Окей. Так. Окей. А лавы здесь не один слой, как обычно. Надо посмотреть, с какой стороны лавы один слой. А, у меня лопаты нет. Окей, вот с этой стороны лавы один слой. Так, поехали. Амуниция у нас не алмазная, не... Я тебя упаду нахер в лаву. Окей. Так. И еще немножечко апсы. Ну вот. И вот теперь, на самом деле, можно ведро лавы себе взять. Пойдем домой. Ой, фак. Текс. Ты полезный? Forsaken Hood, Protection 8, Mending, Respiration, Unbreaking и Thorns.
Не, ну я бы взял. Если бы я знал, что такое Infused Coin. А так не надо, братан. Окей, так. Теперь у нас есть дохреднище дерева. Есть проблемы с хранением дохреднище дерева. Сейчас игра подумает, как это дело отсортировать вообще. Так, давай... Стоп. Давай мы все правильно простакаем. Вот где у нас книжки? Книжки у нас здесь, абсолютно здесь. Книг у меня в итоге стак и три. Ладно, окей, да, не зря книги взяли себе, да, ого. Согласен. Так, семечки сюда. Фиговину. На потом на пожрать. Давай мы все дерево поставим тупо сюда. Так. Пойдет. Ведро славы, наверное, лучше куда-нибудь сюда пока поставить, а себе бы взять обычное ведро на будущее как-нибудь. Ну, можно с водой, да. Окей. Так, лады. Теперь мы берем дерево. Делаем из него много дерева. Так, и плюх. 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 Сколько мне их надо? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, два, три, ноль, семь, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Мне их, по-моему, 18 только надо, правильно? Сколько у нас армазиков, я не помню. Так. Окей, допустим. Шпать. Шпать, шпать, шпать. Угу. 114 уровней в итоге пока здесь у нас. Так. Значит, чарку давай сюда куда-нибудь. Интересно, я бы, может быть, даже сквозную дверь бы здесь сделал. Не. Фак. Как-то так. Так, вопрос. Апофеоз. А дальше у нас идет Hell Shelf и Sea Shelf. Так, Endstone. Я не уверен, что у меня призмарин пока будет. И у меня точно нахрен не будет пока пурпурных блоков. Ближайший, наверное, это все-таки Netherbrick. А, ну да, и слезы Гаста, конечно, да, 10 раз. Слезы Гаста я взял себе. А, еще сюда, раз, два, три, четыре. Пять. То бишь, мне надо еще 5 полочков сделать. Ровно 5. Сюда бы дверь сделать. Да, я думаю насчет сквозной двери, но как-то... Так. Ну, в 30-ку хотя бы можно. Да. Power range 26 до 35. Mm-hmm.
Лутинг 2, одноножек. А, слушай, ну такой наш лутинг 2, это может быть очень даже и неплохо. Учитывая, что свои чарки, которые прям вот я хотел бы я накладывать смогу очень не скоро. А для Александрийской библиотеки там вообще жопу по-особому порвать надо будет, да? Очень извращенным способом, я бы даже сказал, надо будет жопу порвать себе. Так. Окей, давай возьмем 30 уровней. Окей. А, нет, там нельзя, да. Но если только вот здесь вот не сделать секретную дверку какую-нибудь. У меня двери вообще остались там? Так. Двери. Одна дверь за одно дерево. Шикарно. Секретная дверка. А, блин, тебе же лазурит нужен. Фу, я забыл совсем про это. У нас лазурит есть, по-моему, был. Есть, окей, лазурита жопой жует, найс. Не зря в прошлый раз. Тут есть Александрийская библиотека, это третий уровень апофеозиса. Вот она. Или нет, это Advanced Enchanter Infuser. Это не Александрийская библиотека. Блин, я тогда не помню, что тогда Александрийская библиотека была. Одна точно была здесь. Может быть, ее убрали из апофеозиса, в принципе. Может, ее переназвали. Потому что, по-моему, как раз капа апофеозиса и назывался Александрийской библиотекой. Так. Ворпл 2, лутинг 2. Randomly performs powerful attack and decapitation. Warple. Ну, ладно. Ачивок много получил, прикольно. Так. Теперь по поводу алмазной кирки. О боже мой, алмазов целых нахер 4. Вау. Ладно. Потратим 3 из них на то, чтобы сделать кирку себе. Тебе палку. Это было очень интересно. Все еще очень не хочется заниматься Silent Gear, поэтому пока я буду именно так строить. Efficiency 3. Efficiency 3 это не то, что надо. Так, у меня, по-моему, всего одна книга оставалась, да? Куда я книгу запихнул-то? Блин, куда я умудрился книгу запихнуть теперь? А, слеподур. Так, и мне надо книгу прочарить. Пермафрост? Я, честно говоря, даже не знаю, что такое пермафрост, но это очень интересно. Давай посмотрим, что такое пермафрост. Пермафрост и Magic Siphon. Allow an Edelwood Bucket to safety carry lava. А, окей.
Ну охереть теперь. Какому-то ведру из дерева я теперь могу давать перетаскивать лаву. Вау. Вот этот бы фростбайт, кстати, еще наложить было бы здорово. Мне наковальня нужна. Кстати, я хотел корову в наковальне еще сделать, правильно? Так, подожди. Это у нас... Как ты называлась так? Cooking for Blackhead. Так. Что такое жар? Milk jar, calm jar. Полублок и стекло вокруг него. Так, где у нас обычные стекла? У меня что, всего 5 стекла осталось, реально? Скверно. Так, Google. Сюда. Это, конечно, ни разу не будет убивать глаза Даугу. Так. Полублок. По-моему, я где-то... Вот они. Так. Теперь мне нужно... А, корова, Б, наковальня. Не, ну глаза, конечно, съедает вообще жесть. А, была ли у меня наковальня? Так, давай я глайдер с собой реально возьму. Сюда. Так, наковальня, 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 наковальня. Тут где-то в свое время был поиск, но, судя по всему, его здесь больше нет. Окей. А, вот оно. Так, теперь мне нужна корова. В принципе, поводок для коровы тоже годится. И мне надо поспать. Анвилу не было? Был. Был. Я ж тогда разбирал, типа, кузнечку дом, где, помнишь, два злых брата-акробата были. У них там наковальни было. Так, вопрос теперь один. Где мне найти нахрен корову? Ну, кстати, чтобы с коровой что-то сделать, мне надо... Мне нужны блоки. Окей, поехали искать. Корова была рядом с лавой, там, где я был. Далековато, вон там. Это свинья, это не корова. Свинья внезапно не корова. Пам-пам-пам. Вообще, судя по мини-карте, около меня трындец всяких разных существ. И ни одной коровы. А, на этой карте не видно, да? Сюда бы обычную черный мап, стандартную, вот она была, типа, супер удобной. А вот эти вот новые карты, я, например, не знаю, как отсюда вейпоинты удалить. Как их поставить так, чтобы видно было и так далее, то есть... Много всяких настроек, а смысла, блин, нету. Даже вейпоинты не показываются. Обидно. Может, я, конечно, слишком тупой для этой карты, такой может быть. Это вообще медведь. Ну, кстати. Медведь? Слышь, медведь? Оу. Ладно.
Не ожидал, честно говоря, ну ладно. Это Ворпл сработал? Корова! Дорова! Так. Ты сюда иди. Так. Почему я не могу... А, вот. Так. И что? Да нет, в смысле, туда иди. Умничка. Да... Так, вот тут стой. Да нет, стой там. Да подай тут жопа. Окей. Вот. Вот теперь корова в бутылке. Теперь можно домой идти. Мя! По-моему, я не ту банку скрафтил, слушай. А другой нет, в смысле? Ладно, пойдем попробуем еще разок. Надо было сразу заранее почитать, типа корова сработала или нет. Немного странно. Я же вроде все правильно делал, да, ведь? Чем-то горелым пахнет. Не люблю, когда я играю в Майн и пахну чем-то горелым. Это странненько. Cooking for Blockhead. Place a jar under a cow, then drop an anvil on top of it, letting it fall into the jar and cow. Может, надо наковальню еще повыше сделать, я даже не знаю. Вообще странно, что не сработало. Может, нужна обычная корова? А, это какая корова была? Блин, если мне здесь придется еще обычную буренку искать, а не какую-то, типа, модную, это будет прям супер грустно. Теперь из двух ударов. Да, действительно, с одного удара это, видимо, Ворпл сработал. Крит крита. Видимо, там шанс. Вряд ли там шанс. Может быть, действительно, просто корова нужна какая-то особенная. Ну, в смысле, на... Это вот корова-альбинос, например. Может, корова-альбинос не годится. Так, не, ну давай попробуем еще разок. Окей. Ау. Стой, жопа. Так. Давай сюда вот. Вот сюда. Вот сюда. Ну, падай давай. Давай падай. Задница. Нет, не иди туда, падай. Ха, без поводка это немножко грустнее, да? You can only capture small enemies. Так. Да блин.
Не любят они стоять на месте долгое время, это раздражает. Опс. Так. Да, особенно если ты ее пнул, она точно не будет стоять на месте долго. А вот этого надо было бы избегать, это не мечом надо было делать. Мой косяк. Иди туда. Иди туда. В смысле? Падай, ёпта. Нет, иди туда. Шопа. Нет, иди туда. Какие упрямые бесячие коровы попали. Слушай, сейчас убью всех нахер, ну. Ладно, просто иди туда. Туда вот падай. Спасибо. Окей, так. Схватить корову. Ну, кстати, это интересно, могу ли я корову на shift хватать теперь. Зачем ты ее бьешь? Не надо ее бить. Мне теперь под нее как-то надо поставить... А, ну... Вот так. Так. Вот. Так. Из-за этого, к сожалению, наковальня еще ломается. Что не есть очень сильно хорошо, конечно. Нет, слушай, это не работает. Остается просто банка. Здорово, Джуди. Могу ли я заказать герой меча и магии? Если да, то сколько будет стоить? Или просто по твоему желанию? Если ты про замок непосредственно, то тебе надо на ВК Play Live. Внизу есть ссылочка, там мои стримы на ВК. По-моему, я... А, нет, там нет ссылки на ВК. По-моему, есть команда ВК Лайф. ВК Лайф. Да, во, окей. Вот тебе туда и копить баллы. Все это делается за баллы канала. И, собственно, на ВК Play Лайф, если интересно, копишь баллы канала, и там заказываешь замок героев. Заказывать надо непосредственно замок, так как ты новенький, судя по всему. Если такие вопросы есть, то надо непосредственно, собственно, замок говорить. Не ребусами, а просто вот тупо замок. Что в первом ряду за банка? Это арсеновейные магические банки. Это все типа... Все магия. Мне либо реально какую-то особенную корову искать надо. Дитё Эндермен. Точнее, мне надо найти не особенную корову. И, честно говоря, это сложно, потому что я не помню, чтоб я находил обычную корову в этой игре пока что вообще. Оу. Подожди, я же в этой деревне не был. Или я был там? Или я только что ее просто приоткрыл, или я там был? Я что-то не понял. Шаг, чё? Ты лучше, Лео, перестань писать шаг просто так. Ты пиши сразу, что ты хочешь. Так, waypoint. Waypoint открытый.
Там я был. Не похоже на то, что я был в том городе. Просто потому, что территория слишком мала. То есть, либо я был, и я не все дома обошел. Что очень странно. Либо одну из двух. Отсюда его даже видно. Чё, я выше писал, что была корова наверху твоего села? А, ну, бывает. Возможно, она тоже была необычная. Так, здорово, ребята. Я опыт, кстати говоря, с Грузией забыл, что не очень сильно хорошо. Да, я здесь не был, слушай. Это дело я с собой домой возьму. Народу тут до жопы вообще. Так, давай вот это уберем, это уберем, это уберем. Это уберем, это уберем. Вторую алмазную кирку тоже пока уберем. Окей, ну давай непосредственно смотреть, что у них тут есть. Шерсть. Черная шерсть. Ножнички тоже, наверное, пригодятся, почему бы и нет. Если бы они меня еще пихать перестали, было бы супер чудесно. Чип гем. Чип гем я, наверное, брать все-таки не буду. Наверное. Окей, вот эту фигню я еще не ел. Пойдет. Давай на ту сторону, наверное, правда. Браун терракота, кстати. Мне терракота, по сути, не то, чтобы очень сильно нужна. Но надо учесть, что она тут есть. Опять же, мыло крафтить для того, чтобы ее отмывать от цвета. Не очень приятно будет. Но вдруг когда-нибудь понадобится разная терракота. Минус 15% КДР. Любопытно. Slain Creatures Drop 25% больше XP. Fire Breath, Icicle. Antidote Vessel greatly reduce duration negative effects. Это зашибись тоже. Окей. Slot Belt. Иди сюда. А, у меня это кольцо уже есть. О, я могу второе. Чё-то в предыдущий раз два кольца мне не давали напялить на себя, между прочим. А в этот раз дали спокойно. Еще одна зельеварка, по идее, не нужна. Мне не так нужен редстоун. Вроде как. Так. Куча костров, блин. Так. О! Релик на ноги. Что будет? Айсбрейкер. Чё-то я не уверен, что я пока этот релик на ноги хочу напяливать на себя. Айсбрейкер звучит не очень сильно удобно. Тем более, когда их два. На обе ноги, видимо, да? Так как тут нет майнкула, ни с кровати не надо собирать. Так, в принципе, не надо собирать. Так. Окей. Снова чип гем. Снова не то. Steel Touch Lapis Lazuri Chest Plate of Gravity. Минус 20% гравитации.
Вул Миттен. Релик. Сталвард Скраб Метал Легенс от Паст Вит. Интересно. 4 армора, 3 макс хп, 36 мана. КДР, армора, мордамикс, давай, окей. Это получше, что однишки, правда, будет. Так, моя броня, 4 армора, 4 хп, magic power. Здесь КДР, 4 армора, армор тандлес, тапнес, наверное. И минус 20% гравити, давай. Ну-ка. Ну, не знаю, минус 20% не так сильно заметно, как по мне. Chanting Speed, КДР, Step High. В одна так, Gain Bad Luck. Давай, не надо. Я не уверен, что это враг Gain Bad Luck. Я бы этого сейчас картежник убил бы уже, но... Стражники останавливают за пару пихать. Так, здесь я был, да, здесь я был. Окей. Тут я еще не был. Мисява! Найс. Вот это мисява приятная. Так, давай пока все сгрузим сюда. Так, там я был. Тут я был. Тут какой-то вот... Интересный замок с колокольчиком. О! Здорово. Тут даже вейпоинт есть. Найс. Не во всех деревнях здесь теперь вейпоинты есть. В этой повезло есть, да. Вроде как деревенька бедная, но очень прикольно, что релики встретились. Релики — это прям мое почтение. Так, что у нас еще тут? Еще одна перчаточка. 5 изумрудов. Коньки, по-моему, были. Нет? А, окей. Коньков не было, я ошибся. Прикольно. Галибному привет. Я не понял, что это было. Так, еще одни коньки. И еще одни коньки. Я могу из них что-нибудь сделать? В принципе, одни коньков, я думаю, мне будет достаточно теперь, да? Лук. Окей. Bag of Seeds. У меня, по-моему, дома Bag of Seeds есть. А может быть, это даже особенные семечки полезные. Enchant Scroll of Emerald Sight. Я не знаю, что это такое. Warden Golden Hello the Artificer. Warden Armor Max Mana. Почему бы нет? Или-или. Мне кажется, это получше будет пока шляпа. Окей, ночь. Нам на какой-то кактус нужен был. Раньше кактус нужен был на зеленый цвет. Вот на кой хрен зеленый цвет нужен был, это другой вопрос уже. Окей. Так, повторю. Хотя, погоди. Я же что-то новенькое взял себе пожрать. Так. И
еще, еще. Ага. Сырую медвежатинку не ел. Вот. И так бы там. Так, что у нас тут вкусняшки? Что у нас тут? Много вкусняшков. Cone of Cold. Ох ты! Ты посмотри, как баунти-борд изменилось-то, ё-моё! Нифига себе! Так, подожди, а я могу... Баунти-борд... Нет? Так, я не могу сам теперь баунти-борд делать, да? Теперь не надо эту фигню брать? Теперь ты просто можешь сдавать квесты и все. Офигеть, одно удобное стало. Это у нас бучер, собственно, на баунти борд. Окей. Мне дома пригодится. Угу. Тем более, если баунти борд сейчас нельзя просто так крафтить. Да, судя по всему, баунти борд нельзя просто так крафтить теперь. Тогда ее точно по деревням надо собирать. Ее. Их. Не, ну деревни мое почтение, собственно. О! Да. Блин, опять же, я не то чтобы сильно планировал сейчас путешествовать, но. Ладно. Игра таки сама прям таки заставляет таких. Странная хрень. Это что там такое? Красненькое. Может быть, заодно и обычную корову найдем. Было бы здорово. А это просто грибас такой. Очень ярко-красный грибас какой-то. Там есть подземыч, судя по всему, данжик, да? Данжик это может быть тоже хорошо. Отсюда будет не просто выбраться, я так скажу. А еще... У вас там башни, что ли? Это ваша охранная, блин, башня, что ли? Да, окей. Нифига он под бафами, лоджер поганый. Ау. Ну, я могу сказать, что нихера себе они стреляют. Они мне много хп сейчас несли. Давай, регенься. Ты что же, луджер злой какой-нибудь? Надо было, кстати, по карте посмотреть, злой он или нет. О, ток не ты. Окей. Минус стоит. Окей. Да. Моя херня теперь. А. Падла. Куда он телепукнулся, блин? Ладно. Побудем немножко дикарями, да будем пока еще немножко книжечков.
Любопытная башня вообще. Весьма. Он куда-то вниз, походу, свалил. А еще мне кажется, что они тут каким-то макаром спаунятся. Что нечестно. Я молодец, я всех убил. Хватит спауниться. Illager Invasion мод называется. Угу, угу. Так. И где ты? Интересно, ему при этом урод нанесся или нет? Тоже вопрос очень хороший. Так, окей, давай киркой. Сюда, например. Он все-таки заспаунил Вальку одну, да? Собака. Shaders Reloaded. Так, R надо не нажимать, я понял. А. Это не Валька, это Висп какой-то. What the fuck? Алай. Фиг знает, что это такое. Если это какая-то дружественная Валька, то это прикольно было бы. Не, ну в принципе вкусняшки дают. Это достаточно мило. Вот он, что ли. Интересно. Ой! Наши рефлексы были. Ага. А это его копии были, видимо. Окей, ну судя по всему, я завалил его, и я молодец. Зашибись. Дорогий черт. Дикий дознанец, а книги добывают? Да, не горжусь. Так. Теперь давай посмотрим. Ну, во-первых, это проход в данж, это понятно. Мне кажется, что здесь мобов не должно быть. Вроде бы. Totem of Illusion. Ой, что-то новенькое. Прикольно. Секунду, ребят. Такс. Окей, падать прям в лаву, наверное, не вариант. Давай мы это поаккуратнее сделаем. Так. Вроде бы здесь не должно быть ничего плохого. Плот Чарм. По-моему, здесь только добряки должны быть, типа, учёные. И здесь не должен никто... Вот, да, Галимы здесь же, и здесь не должны никакие злые падлы спауниться вообще, в принципе. Так. Окей, княженцы мне пригодятся. О, мяско. И рыба, которую я еще не ел, кстати. Так. Окей, давай мы пока это сложим. Рыбку, которую я не ел, это хорошо. Так, вот эти две рыбы я еще не ел. Кайф. Так. Морковка. Ага. Glow Squid. И вы тоже еще... О, молоко! Найс. Так.
Ее можно приручить. Было. Прикольно. Так, они тут наверху должны быть, да? Сколько хавки до сердечка? Мы, по-моему, сердце только-только получали недавно, поэтому много еще. Здорово, чуваки! Как оно? 9 изумрудов букшелф. Холдинг 1. Окей. Лагается. Да. Окей. Мап номер 3. Интересно. Такой себе. Что за мап номер 3? Я не знаю, что эта карта означает, но ладно, давай мы ее поддержим. Наверное. Зелеварок вроде как еще больше мне не надо. Без зелеварок вполне себе обойдемся. Красиво. Так, ауч. Стоп. Рыба, которую я еще не ел. Так. Так. Это следующее. Так. Тоже, в принципе, ну, типа, рандомные сундучки, не очень хорошие, но и неплохие. Норм. Так. И все. Но от этого шняга всегда хорошая, это я помню. У нас там еще какой-то домик интересный есть. Ну, раз уж я пошел ходить, то давай, ну, типа, походим нормально, попутешествуем сюда. Какие-то очень странные птицы. Вау. О, это сломанный вейпоинт. Окей. Сломанный вейпоинт от нойз. Ага. Глайдер нам пока не нужен. Вейпоинт благословен. Так. Где-то там. Так, эту рыбку. Эту рыбку следующий будет. Потом еще каждый вид этой рыбы надо будет еще и пожарить съесть. А, это добрый. Это чел хороший, это чел блюскайный. Окей, домик, чел из блюскай. Это снова какие-то страдные коровы, но я на них посмотрю, ладно. Так, а где у тебя фотка? А, не признал. Frostbright Bookshelf. Но... Ну, типа, это все дает одинаково. На кой? Да, ничего интересного. Так, коровки. Че вы за коровы? Просто кау. Слушай, вот это, походу, обычная реально корова. О, боже мой, неужели? Отлично, отлично. Не упрямься. Не Не беси меня, корова, ёпта. Это тоже, кстати, обычная корова. Так. Оп. Так. Это не то, что я хотел сделать. Это тоже, кстати, обычная корова. Так. Окей, давай туда. Есть! Ей! Так, полдела сделано. Теперь. Банка, иди сюда. Наковальня, иди сюда.
Так, как мы это делать будем теперь? Значит, у нас корова находится... А, теперь по дни надо бы разбить, да. Вот, хорошо. И... плюх. Сработал в этот раз? Нет! Одно не работает, блин. Нифига себе, это дракон? Серьезно? Я не знаю почему, но оно не работает. Да, я встречал в других модах небесный корабль уже вчера. В этом, по-моему, еще нет. В других модах уже встречал. Ну, видимо, мне надо Milk Jar делать, а не Colony Jar. Это просто не работает. Интересно, почему? Мне тоже интересно, почему. Но теперь вот это уже были, типа, супер обычные коровы, да? С обычным тегом обычные коровы, и они тоже не работают. Почему, непонятно, но не работают. Это что у нас такое? Оу. Что-то любопытненькое прям. Да, блин. Такс. Я по привычке на R жму, как на перезарядку. И, типа, перезагрузка шейдеров — это не то, что мне надо. Так. Там какой-то нейтрал. А что такое? Ну, авокадо. Спасибо. Осторожно, разрушающаяся шахта. Мне не очень нравятся музыкальные блоки, честно говоря. Обычно это значит троллинг. Так, ладно, попробуем чуть-чуть полутать. Bless Silver Boots of the Artificer. Armor, Max Health, Max Mana. Тут армора поменьше, а у меня еще и Swimming Speed. Это прикольно. Может быть, это просто пугающие ноутблоки будут? Фиг знает. Вроде мобов вокруг-то нет. А стрёмно, капец вообще. Float Game of Royal Family. Да, спасибо. Эта шняга уже интересненькая. Окей. Blessed Iron Helmet with Dark Rituals.
типа такой себе. Leather Gloves. XP Boost 2. Перчидный XP Boost. Slot Gloves. Ага. Не понял. Да что? А, сюда. Окей. XP Boost ни разу не против. И поспать бы надо бы. Так. Но удивление, это не трап чест, это просто чест. Семя разрастания весьма редкая штука. Ты про овергров? Мне кажется, что я ее на самом деле очень часто встречал во всяких сундуках. Ну, давай возьму. На всякий случай. Окей. Интересная хрень. Немножко лора в замке. Но мне интересно, если это шахта-то обрушающаяся-ся-ся. Это типа реально что-то опасное прям? Может ли здесь что-то обрушиться, например? Еще очень интересно, есть ли там наверху лут. Ау. Видимо, проще самому вот так вот узнать будет. Да, есть. Так, а еще выше. А еще выше, походу, нет уже, да? Окей. Ну, по крайней мере, я знаю, что здесь лут есть. Окей. 0.25 атак дэмэдж. Ну, такие перчатки мне вроде как особо сильно не нужны. Ух ты, ни хрена себе. Так, Potion of Haste. Ancient Scroll of True Sight. Lex Botanium у меня, по-моему, была уже. Золотая морковка. Алмазная броня для лошади. Ее можно будет в алмазики превратить. Окей. Ну, типа, не так плохо. Интересный такой разрушенный замок. Даров, Лекс. Даров, Сергей. Хороший свиток? Да я бы не сказал. Он типа интересный, но в моем случае будет абсолютно бесполезным, мне кажется. Так, тебе жрать. Мне вот это интересно, что такое Emerald Sight.
Эмералд сайт 3. Ок. Может быть, я изумруды, конечно, буду видеть при этом. В чем я немного сильно сомневаюсь. Так, поехали на север тогда. Оу. Это какая-то злая жопа. А, понятно. Один из братьев-акробатьев. А значит, у нас домик братанов, да? Да, он самый. Так, где второй брат-акробат? Это он? Да. Окей. Нифига себе, готовое мясо дропает. Прикольно. Стрелы. Еще стрелы. Intelligence Primordial Pants of the Wizard. 4 армора, Magic Power, Max Mana. Мои уже 5,5 армора дают. Мои получше будут. Чего чат заключил свое сообщение, не вижу. Это бывает. Просто видишь изумруды по земле, буквально для каждой руды есть такое. Прикольно. Так. Окей, вроде динамита нет нигде. Радует. Богато живут, слушай. Ну, жили. Так. Бумеранг. Наверное, не надо. Так, пригодится. Вкусная пища. А чё, пища тут навалом? Ну, странно, мне казалось, я с них наковальню добывал, но, видимо, нет. Видимо, наковальник был с какого-то другого места. Просто водичка. Так. Ну чё, мы, наверное, идем еще севернее, в льды мы... А, да тут деревня, блин, а если подыр? А там же деревня. Если ничего не поменялось в апофеозе, можно варить зельки и делать амули для поиска руд. Я не знаю, насколько сильно апофеоз поменялся в 1.20. На 1.20, честно. Мы это со временем узнаем. Я вот начал как бы им заниматься, но да, тут и ват надо сначала, тут много чего надо сделать для того, чтобы апофеозисом нормально заниматься. Окей, кузня, Iron Sword Slayer 1. Такое. $4.25 Entity Rich, ни хрена себе. Но всего 6 урона, мои 9 урона уже. Ляпа. Chanting Speed, КДР 3%, 1 армор, плюс макс мана. Немного не то, что надо. Так. Гильки. Game of the Warlord. Это, кстати, охрененный гем был. Я его, по-моему, использовал. Пускай он даже сейчас не идеален, я думаю, что мне он весьма сильно пригодится. Варлордовский гем хорош. Весьма. Окей, что у нас тут еще будет? О! Так, отлично. Прикольно. Так. Здесь у нас Армор Смит. Хорош. Вот отсюда можно броньку насобирать вообще знатно, да. Интересно, а одни падают, будут падать зачарованные или обычка? Но я тебя, конечно, с собой возьму. Это доска полезна весьма. Угу. Тут.
Нифига себе ученый. А, это комп. Это ученый-компьютерщик. Ладно. Если я буду заниматься RF Tools, что не факт, то надо будет брать эту фигню, да. Так. Мне что-нибудь от пневмы здесь надо тащить? Я думаю, что нет. Я не уверен, что я пневмой хочу заниматься вообще, в принципе. Мне этот мод не очень нравится. Так. И это у нас что за дом? Blast Furnace. Одна, кстати говоря, как раз нужна по квестику была бы. Нет, бед. Санто шапка! Villager hat decrease the trading prices of villager. Это, кстати, офигенно. Так. Где у нас голова была? Вот у нас голова. Отлично. Шапка на шапку уменьшает цену. Вполне себе. Blaze Divine Legs of Artificial. 6 армора! 3 max health, 50% swimming speed. Ну, так-то давай. Ни хрена себе, блин. Взял дом, разломал, да. Косяк. Шпать. Недавно винтаж, что ли, пробовал сложный перебор с хардкором. Как по мне, бывает. Бывает. Бывают и такие. Так, что у нас еще? У нас тут какая-то... Метеор немножко гору съел. Бывает. Так, у нас есть какая-нибудь пыщ, которую я еще не ел? Золотую морковку не ел, например. Пойдет. Так, вон те пару домиков я, по-моему, еще не лутал, и все. Не, ну деревенька хорошая, а самое главное, что доска объявлений здесь в деревне была. Принтер CC Twix. Advanced монитор, advanced компьютер. Okay. Немножко срадные компы, я в них тоже не бум-бум вообще. Я в эти моды не играл. Окей. Ну как бы все. Еще обычные коровы, но я уже забил на коров. У нас есть этот ведро с молоком. Вот. Так что, если что, молочную бочку сделать можно будет. Это не проблема. Неплохая просейка. Странно, что в сундуке что-то есть. Обычно, если сундук такой, обычно... Арак the Lurker. А, это паук. Так. Мне интересно, это типа мини-босс, я его завалю, получу какие-нибудь вкусняшки или нет? Если я его завалю. Оу. А он ни хрена себе здоровый так-то.
Он больше, чем обычные пауки. О, пойдет. Ау. Скотина, он меня еще и отравил с первого же этого, с первого удара. Так, пачаны, давай на защиту меня любимого. А, подожди. Он меня хочет атаковать? А почему стражник меня хочет атаковать? В смысле? Я в тебя не попал, я же паука бил. Че, мне деревню под ноль вырезать, что ли, из-за него? Это будет несколько неприятненько. Да, реально он меня бьет. Ну, сорян, чувак. Я не хотел. Мне интересно, теперь, типа, все? ГГ? Деревня? Пока немного непонятно, что с пауком. Ненавижу, блин, пауков. Так. Паук заколбасил Галимова вообще без каких-либо проблем. Ага. Понял, принял. Какой интересный паук. Меня смущает, что он мелких ядовитых падлов тоже делает. Но, по крайней мере, вода все еще универсальное препятствие для них. И не может не радовать. А, погоди, надо добивать его вот так. Ей! Побеждун! Ду-ду-ду-дун. И что мне с него упало? Я бы не сказал, что мне с него что-то особенное упало. Я-то думал, награда будет какая-нибудь супер охрененная, а так-то нет, не особо. Но тут есть вот такие, их там много, я уже все. Instant damage, damage to living entities, heals undead. Okay. А теперь вопрос. Все ли стражники здесь меня сейчас начнут атаковать? Потому что этих-то неписи я вижу. А у стражников что-то не особо. Я сомневаюсь, что паук прям всех стражников сожрал. Ну ладно. Короче, немножечко странненько. Чуть-чуть. На полшишечка. Я все еще не знаю, то ли я в него случайно выстрелом попал, то ли одно из двух. Но я знаю, что босс... А, вон еще один стражник. Ну-ка. Я знаю, что это... Не, смотри, не атакует. Все нормально, да? Окей. Может быть, вместо паука я в него попал, когда он пошел паука бить. Может быть, в этом проблема была. И у нас тут любопытный колодец. Ну что, домой? Корж держит, я думал, это тракота. Пойдем домой. Надеюсь, тебя в розыск не объявят. Да вроде не объявили, вроде все нормально, да. Я тоже на это очень сильно надеялся. Но, судя по всему, паук успел взгреть стражников. Ничего, так раз у меня два меча здесь есть. Одного, конечно, убил я. Случайно абсолютно. Угу. Эх.
Давай мы пока себе новый топор возьмем, а этот топорчик пока оставим. Может быть, я его чинить буду. Посмотрим. Щит. Мне, походу, надо щит именно скрафтить, потому что у меня по заданию-то тут щит есть. А, deflect projectile with a shield. Поэтому мне надо лучника дождаться и щит в руках иметь, нифига себе. Квестики у вас, ёпта. Так. Окей, стой. Пим. Спайдер ай. Ай-яй-яй. Ну, пока, видимо, куда-нибудь сюда. Давай глаза, чтоб не съедало, нафиг. Да откуда ты у меня вновь? А, дверь. Ладно, хрен с тобой. Пока что. Где у нас яблоки? А, вот он. Скушай глазик рано. Я, конечно, учту, что он такой весь из себя есть. Но рано. Рано его, блин. Окей, так, щит пока сюда, стрелы пока сюда, и поехали все сгружать. Угу, так, стак. Сначала массовый стак по всем этим. Так, еще самое неприятное, больше ни хрена не стакается. Противненько. Это мы еще дело выращиваем. Это офигенно. Сахарный тростник будет. Но, в принципе, 6 кожи каждый раз, может быть, не так и плохо. Так, что мне делать, значит, с мясом? Угу. Пойдет. Давай это пока сюда. Одна, вот эта вот обычная печка все-таки лучше, чем Blast Furnace будет. Но поставить можно... Так, давай сюда. Пока не майну, пока проведаю, но слово не выйдет. Так. У нас ночь. Семечки надо немножко в другое место. У меня есть отдельный для семечек. Глаза паука нужны? Да, глаза паука, по-моему, не очень сильно нужны, в принципе, на зелье были. А вообще, блин, можно было ночь подождать, на самом деле, и скелета лучника попробовать посмотреть. Вот они, блин, я думал, я их удалил, а они все тут. Ау. Надо запомнить, что у меня все крафтовое, вот это деревянное здесь теперь, а не дома. Так, хорошо. Значит, теперь баунти борт. Сюда. Mm-hmm. Вот это вот интересно было. Но щит я уже получил, поэтому пофигу. Интересно, будут ли они обновляться, баунти борт эти. Так, релики. Мне надо ресерчинг тейбл. Но это единственный ресерчик тейбл, да? Эйдолон. Мне нужна Magic Candle, Red Carpet. А у нас были красные ковры?
По-моему, нет. Окей. И планки. Ох, ё-моё, мне хруси, блин, надо. Так, окей, это будет реально, блин, не скоро. Вроде были в селе, именно красный, то уверен. Так, ладно, это мы пока сюда тогда спрячем. Штанишки, наверное, тоже. Potion of Haste. Где у меня обычные сундуки? Были же еще, нет? Человек сосед проснулся. Нет, что-то обычных сундуков у меня нету больше, да? Окей, давай просто так сделаем обычные сундуки. И сюда их поставим. Вот. Окей, зельки сюда. А, нет, сундуки были, я про слепок. Или нет, стоп, я не сундуки простакал, сундуков не было. Окей, сундуки пока сюда пойдут. Мясо медвежатинка сюда пойдет. Сейчас как раз побегаем, проголодаемся, можно будет новую еду кушать. Дровера бы надо. Да, по идее, надо бы, но очень сильно не хочется. Честно тебе признаюсь. Чисто в дровера упариваться. Авокадо, собственно, тоже можно будет пожрать. Сырой мутон. Стой. Да, зомби плоть тоже сюда, что ли, поставим. Почему бы и нет, наверное. Так. Это сюда. Я не знаю, что такое иллюзорно. Иллюзорно. Пыль, короче. Иллюзоровская. Нужна одна, не нужна она, черт его знает. Мне бы вот это вот место под релики оставлять отдельное, очень удобное. Да, флинт сюда. Книженцы сюда. Книжечков становится весьма приличное количество. Нормально так понадобывал книг. Так, сюда дальше. Банка в итоге не нужна как факт, получается, правильно ведь? Boat in a jar. Все, это единственное, для чего одна нужна. Колдрон пока оставим. Колдрон, может быть, пока что будет полезен. Это пока тоже ставить не будем, это пока тоже сюда. Коль, это все в ВК, там отображается музыка, которая сейчас играет. Это все зерконь. Золотая морковка у нас, по-моему, Night Vision, да ведь? Illusioner should be able to drop illusion dust, which can be used to brew potion, which will make you invisible and get a bunch of fake clones yourself around in the illusion dust. Окей, okay, спасибо, Лео. Интересно. Так. Ведро с молоком сейчас пригодится. Если мы молочку в банке будем сейчас делать. А я думаю, будем. Так. Сюда. Potion of Mana Regen. И...
Dixon token obtained is dispelled in which... What? Obtained by using dispel in which well less than half health. А, это росновейная фигня. Окей. Пускай пока так. И что у нас еще тут? Есть? Чего? Окей. Так, последний раунд простаков. Шерсти у меня нету никакой вообще абсолютно. Ужас. Значит, это хрень тогда. Шерсть надо бы оставить. Пригодится. Варлордовский гем тоже. Карта страдная. Ну, кстати, карту давай с собой вообще оставим. Мало ли, припрусь я на нее как-нибудь. Так, и тут у нас, собственно, бутчер. А-а-а. Странно. Тут есть еще и дисконт потом. Серьезно, на репутацию. Офигеть. Кстати, Арсенави мне понравился. Арсенави неплохой мод, если в нем разбираться, но мне кажется, что он позже становится абсолютно бесполезным. То есть он не выдерживает проверку временем в модах. Как по мне. Ей! Плюс хп. Не, не так. Плюс хп. Ту-ду-ду-ду. Так, давай фигу съедим. Фиг вам, так сказать. Ну или нам, в данном случае. Окей. О, я теперь... Во, смотри, что мне надо. All purpose food press мне нужен. Так. Сюда давай. Food press. Да хренище железо и два пистона. Так, погоди, я ж пистона добывал. Я нахрен в этом почти уверен, что я пистона добывал. Нету вроде. Я почему-то был практически уверен, что пистоны я откуда-то уже добывал. Потому что, по-моему, добывал. Но там скорее не релиз за сольки. Я в сольке жду третью часть. Как третий акт мейн-квеста появится, то есть со следующим патчем, я думаю, мы сольку заодно начнем до релиза. Разраб пока не сказал, что будет релизом сольки. Вот, поэтому я подожду следующего патча, пока, может быть, где-то в марте он будет. Я не думаю, что он будет в феврале. Вот, и мы в сольку вернемся. Не, слушай, на удивление пистонов у меня вообще нет. Поразительно. Так, подожди. Чарка. Вот мы вот на этом нахрен закончили. Ночь подождем, посмотрим, появится ли лучник. Fortune 2. Слабовато вообще так-то Fortune 2 всего. По-моему, на 30-й левел Fortune 3 должна быть уже, не? Причем весьма активная Fortune 3 должна быть. Так. Мы в пещеру пойдем в этой игре. Ждать релиз — это классика. Сам дек уже 10 лет ждем. Ты про какую конкретно, Сергей? В какой игре, в какую пещеру? Конкретно здесь, в майне? Мы уже выкапывали пещеру. У меня есть очень огромные раскопки. В прошлый раз копались. А, не, вот пистон, господи, слеподурья. Окей, теперь мне нужна воронка, то бишь мне нужен сундучач. Вроде смотрел, не, ни хрена не видно было.
А сейчас такой хоп и случайно увидел. Зашибись. В любую в майне были. Уже были, я не знаю, пойду я прямо сейчас в нее. Но мы типа... У меня пещера сейчас есть вот отсюда, вот до сюда. И отсюда, вот до сюда, по-моему, где-то. Нормально так ходили, нормально. Так, лучники! Вы где? Это Брут, что ли? Слышь, Это Брут. Фига. Так. Прикольно, пауки зависают на заборе. Ну, по крайней мере, я теперь точно знаю, что зомби ко мне не переберутся. И ворпл сработал, ваншот был. Так, мне интересен лучник. Я должен, блин, прожектайл отбить щитом. О. Ну, давай. Ей! Все, теперь можно спать. Ок. Это какой стрим по майну? По-моему, третий. Ну, ты пропустил путешествие, домик. Много лута с рандомных мешков. И копание. Все. Больше пока ничего не пропустил. Окей. Пойдет. Так. Еще пожрать. Да, и молоком тоже надо заняться. Так, что-нибудь легкое есть? Да, вот бекон легкий. Окей. Хрень легкая. Я только из после новогодней депрессии вылез. А чё у тебя после новогодней депрессии? Внезапно, наоборот, радоваться же надо. Сек. Парк. Так. Давай milk in a jar. Значит, там нужна, по-моему, была доска полноценная. Стекла нужны и ведро с молоком. Теперь у нас будет молоко в рецептах, что не может не радовать. А. Блин, в отличие от коровы в бутылке, я должен, типа, сам набирать это молоко, что ли? Говорят, нормально это, ну фиг знает. Подепрессировать иногда, конечно, надо бы. Ну, аккуратненько. Так, что будем пробовать зачаровывать? Книжку снова? Так, что у нас на книгу будет? Power 3. У меня Power 5 здесь уже. Growth 2. Если бы я знал, что такое Growth... 22 опыта, ловься 22. Давай попробуем. У меня не получается корову туда запихивать. Я все делаю правильно, так как, собственно, всегда делал. Коровы просто не запиховываются. Мы уже пробовали и корову, которую я нашел, корову альбиноса, и обычную корову с тегом просто корова. Не работает, к сожалению. Grow Dust, Sweeping Edge 2. Grow Nearby Crops While Held. Ну, кстати, Grow 2 тогда будет неплохо. Tombstone Soulbound. Такое себе. Tombstone Soulbound мне нахрен не включился. Хотя?
Не, наверное, нахрен не сплющился, нет. Такое себе это весьма. Так. Давай релик сюда. Окей, что я могу еще чарнуть такого, чтобы скипнуть? Тут есть эндерлосо, хрен его знает. А, подожди, или ты хочешь сказать, что корову надо запихивать в milk jar? Стоп. Да нет. Тут про обычную банку говорят, слушай, ну... А если корову надо запиховывать в milk jar? Блин, надо пробовать, наверное. Окей, давай опять нахрен пробовать. Давай я это пока с собой оставлю. Так, мне нужна наковальня. Мне нужны блоки. Так, щит мне больше нахрен не нужен, да? Наверное, потому что смотрел Palworld, Сергей. Не потому, что смотришь ее, а потому, что смотришь Palworld. Так, давай опыт мы сложим. Мне опыт с собой не нужен. Ну, разве что для телепортации. Где у нас обычные коровы были? Около этой деревни обычные коровы были, да? Так. Я надеюсь, что это будет бесплатно, но на всякий случай один опыт я возьму. Мало ли. Не проще скрафтить камень для снятия чарки, чем искать, что зачарить? Нет, потому что иногда чарки на книжку получаются интересные. Да, я ищу, что зачарить, но иногда вот то, что зачарить, это прям полезно становится. Давай, забирай. Я, оказывается, не очень тут забирался, да? Надо будет лично сюда делать. Окей. Unnamed. В смысле нахрен unnamed? Полядных unnamed. Почему-то. Да, бесплатно, слушай. Кайф. Так, где у нас коровки были? У нас коровки были где-то тут, по-моему, да? Я с собой, правда, эту забыл привязку взять опять. Это Сквидварды плавают, это не то. Но, в принципе, кстати, для черной краски может быть даже то, на самом деле. Давай мы их немножечко возьмем себе для черной красочки. Пригодятся. Окей. Плюс кальмары надо бы пожрать. Может быть, прям даже сейчас. Окей. Так, коровки, кыс. Так, нет. Вообще они тут были недалеко, мне кажется, что они задиспаунились, к сожалению. Тут у нас бычёлы. Невозможно не посмотреть по вовсе 80% времени, на которое я подписан в стриме. Ну вот. Поэтому в рекомендациях. Я вон один раз Балдуру посмотрел, и я до сих пор запарился все каналы в игнор кидать, которые мне и то псуют для Балдура.
Ты просто заходишь, минус 10 каналов. Обнова, минус 10 каналов. Обнова, минус 10 каналов. И все с балдурой сдолбанной. Просто уже запарило. Я хочу какие-нибудь интересные рекомендации, там, музыкальные и так далее. А мне YouTube все балдуру пихает. Это кот, это не корова. Внезапно кот не корова. О, корова. Так, ты корова, корова? Да, ты корова, корова. Зашибись. Иди туда. Ну. Ну заползай, там тепло и уютно. Чё ты, ну? Какая жирная корова попалась, трындец. Ей, с первого раза, кстати. О, слушай, может на этой корове сразу попробовать? Она вроде арийская дохрена прям. Прям корова-корова, прям православная майнкрафтовская. Ну-ка, давай на тебе попробуем. Там, правда, гравий, это не очень прикольно, да, ладно. Если что, запасная корова, типа, там сидит, все нормально. Главное, не забыть, где она там сидит. Так. Давай сюда. Да не, ну куда ты опять пошла, господи, ну. Ты издеваешься надо мной, блин? Хватит ходить, ёпта. Сюда иди. Ей, найс. Сейчас спать уже надо будет, конечно, но ладно. Упс. Я не тебя бил, врет он. Это не я вообще. Давай сначала поспим, потом коровы продолжим заниматься. Здорово, Лаки Кэт, в названии стрима. Здорово, Снэк. Я с дуру какой-то кликбейт посмотрел, девушки в купальниках, половина рекомендаций, теперь с показов мод купальников, бабы с голубыми попами. Ну радуйся, что ты. Лучше уж смотреть на баб с голубыми попами, чем на мужиков. Так-то. Так, подожди, раз, два, короба тут, значит мне надо ниже на один. Потом сюда, сюда. Сюда поставить банку с молоком. Что-то она маловато выглядит как-то, ну да ладно. Так. Корова теперь на этой банке. Окей. И... ковайник. Ей! Уху! Слушай, а в натуре нужна была не просто банка, а банка с молоком. Блин. Тупой квест для дебилов. Банка с молоком нужна нахрен, а не просто банка. Ей! Найс. Это приятно. Сколько коров ты на это убил? 3. Вроде бы. 4? Сколько-то? Какое-то количество? Так. Это я не ел, это я ел. Это чудой. Книги я, наверное, зря все-таки сложил. Роварта ватер шардов у меня тоже не было. Водяные шарды понадобятся, наверное, как-нибудь. Может быть. Так, давай, что у нас еще полегче есть. 4, 3, 2, 2, 2, 3, 3. Много. Так, давай с двух начнем. Так. Бекончиком закусим. Котлетку пожрем. Зашибись. О, через 3 еды снова хп уже будет. Кайф.
Так. Теперь вернемся к нашим баранам. Чарка, чарка, пойдем. Теперь у нас на кирку Топсон Солбаунд опять, да, было. Холдинг 5. Ни хрена себе. 5? С 30 опыта? Если б я знал еще, что такое холдинг, я не помню, что такое холдинг. Holding increase the storage capacity of certain items. Ааа. Так. Что-то как-то у на нее не работает, что очень странно. А, потому что я из этой, видимо, пытался. Не. Что можно зачаровать на Holding 5? Так. Том. Золотой лосо, кстати говоря, есть. Тут отдельный моб. Моб лосос. И чё-то, походу, зачаровать можно только лосо, да? Грузненько. Рюкзак? Да я тоже подумал про рюкзак. Это было бы супер шикарно, но... вместимость рюкзака увеличивается не этой фигней. Я могу на Йолу попробовать, конечно. Где наш рюкзак? Куда я наковальню дел? К сожалению, это так не работает. Какой-нибудь сундук попробует зачарить? Нет. Не, реально, учитывая, что вот отсюда холдинг. А, не, погоди, слушай. А холдинг 4 уже идет в другие. Холдинг 3 только на Golden Lasso, а холдинг 4 уже... И в аэроканистр идет, и в пистолеты, в дродные. В миниган. Интересно. Insightful Crystal, Stores Experience. О, смотри, 10к превращается в 30к с помощью холдинг 4. Это, конечно, все зашибись, а холдинг 5-то где? Любопытно. Так, я знаю, что я хочу. Давай мы сделаем вот так вот. И вот так вот. Все рандомные книжки мы пока что будем держать у себя, я думаю, да? Допустим. Так, теперь XP Boost 2. XP буст на кирку. На раскопке. Любопытно, но недостаточно любопытно. Нейротоксин. Ага. Окей, давай посмотрим, что такое нейротоксин. Ладно. Если я на свой мечик еще и токсин смогу сделать какой-нибудь офигенный, то почему бы и нет?
Power 3, near the chance to inflict paralyze non-undead mob and non-iron snow golem. Higher health mob, decrease paralyze chance. Интересно. На что тогда нейротоксин идет? Вопрос у меня такой. А. Он для какого-то специального оружия может быть? Фиг знает. Growth 2.5. Aquafinity. Еще 2. Так. Player 2, Efficiency 2. Efficiency 3. XP Boost 2. О, кстати, XP Boost 2 на книжку я бы как раз себе бы взял. Но на книжку его нет. Ну, можно попробовать Efficiency 3, и если что, потом мы ее действительно расхреначить. Я только не помню, какой это гриндер, что ли, эта фигня называлась, да? Че бы надо экспу снимать с вещей. Efficiency 3, Unbreaking 3. Нет, удачи, нет, Silk Touch, к сожалению. Это немножко грузненько. Что у нас дальше идет? А, слушай, так... Оу. Мне не эту кирку надо зачаровывать, блин. Мне надо алмазную кирку найти. Что-то, чтоб она была с префиксами, суффиксами, аффиксами. И мне такую надо кирку зачаровывать тогда. Обычная кирка-то хрень будет полная, правильно? Это я сейчас просто попробовал зачаровать вот эту вот кирку, и я понял, что, ну, типа, я лопух. Что мне надо особые кирки зачаровывать, а не вот эти вот. Так я буду просто опыт тратить. Косяк. Так. Терекспа, иди сюда. Нема про нейротоксин бывает. Еще интересно, где мне взять Aurora Glowing. Ага. Three lights, flavor and delight. Долбанный Twilight, Aurora Block. Подожди! Аврора Блок? Они что, последнего босса Twilight Forest доделали, что ли? Аврора Блоки это же забмок последний был, не? Блин, тяжко вспоминать, я не помню. Давно это было. Любопытненько. Так, тогда давай смотреть, что у нас в наградах теперь есть. У нас награда дохренища. Приятноща. Ice и Packed Ice. Еще шерсть, блок лазурита. Так, теперь Loot Crate. Просто слитки. Бывает.
А вот это вот самое интересное. Вот этот лутбэк, имба поганая. И давай мы сделаем даже еще один. Иногда с него такая полезная дичь попадается, что просто забей. Так, сорт. Ну, кстати, винище можно туда отправить к зельям. Так. Угу. Уф. Итого, Enchanting Apparatus. Боты, лазурит, хрень, Iron Shovel. Ладно. Osmium Sword 3.8.1.6. Мой получше будет. Тебя можно на Осми разложить как-нибудь? Кек. А как-нибудь более полезный на Осми тебя можно раз... Да. Через Арк Фернес. И по-другому никак, я понял. Devouring Generator. Generates power from anything that can be eaten. Суслик. Суслик полезен. Это мы знаем. Окей. Golden Pickaxe. Мусор. Scryer's Oculus. Окей. Так, это седой, Basic Coil. ME терминал. Здорово. Скоро теперь по-другому, кстати, выглядит забавно. Фишка в том, что мне этот ME терминал нахрен не сплющился, ну да ладно. Rapture Net. Rounds up all tamed rats. Фу, блин, ладно. Компуктер, Enrichment Chamber от Мекки. Мило. Так, это хренотня. Monster Ball. Charge and throw at living entity to capture. Сослик. Покебол, то бишь, есть теперь у нас, да? Empty Dimensional Tab. Окей. Ладно. Soul Ender Eye. Reusable Ender Eye found in Strongholds. Очень сильно пригодится. Dimensional Storage Stabilizer. Окей. Урантит. Это сюда. Погоди, я же урантита до хренища добывал. Может, у меня его вначале отняли тогда, получается, не? У меня у Рантита до жопы было прям. Прям много. А-а-а, это сырой у Рантита, а это готовый у Рантит. Окей. Тогда ладно. Player Transmitter тоже basic. Окей. И две арсеновидные. Ну... Прикольно, но прям не совсем прикольно. Здорово, Заврос. Так, окей, что у нас? А. Что-то я еще бы по фьюзи прикольно сделал. А. Понятно. Рандомная награда. Так, еще награды. Ровно 9. Давай еще. О! Нептуниум шавл. Кек. Блэк лотус и блэкер лотус. Тоже забавная хрень, тоже пригодится. Шаг, скрафти, рефорджинг, тейбл, ты сможешь делать инструменты т.д. с аффиксами. Да? Это откуда? Апофеозис тоже?
Use game dust and rarity material to reroll affixes. Reroll affixes. Угу. Ну... Ну... Ну, такое пока что. Здорово, Зельбов. Давай пока мы не будем совсем упарываться в апофеозис, потому что мне пока нужных ресов все-таки нет. Мне сначала надо упороться в какие-нибудь ресы. Я не знаю, ну, типа, через что в них упороться надо бы. О, еще больше лута. Больше лута, конечно. Шокинг. Чардж Сеттеру Скварц, понятно. Не пригодится, я ехать заниматься не буду. Два в третьей степени спатиал компонент. Тоже аеха, блин. Ага. Окей. Покет джукбокс? И манапул. Манапул с ботани. Давай еще одна награда, конечно. Окей, теперь давай посмотрим на квестики непосредственно. Значит, здесь у меня осталось сделать себе Full Diamond и Full Iron. Четыре книги на прот один. Не, ну сделать можно, но я пока не хочу железо просто так тратить, а? В ад пойти... Так, магнит, бэкпак. Так. Значит, для начала мне надо апгрейд бейс. Кожа, нитки, железо. Так. Как же тяжело без РФ. Слушай, можешь реально попробовать в них сразу упороться, а то без этой прям... А, энергия нужна. Я постоянно забываю, что энергия нужна. Я же для этого генератора-то и смотрел. Так, нитки есть, железо понятно. Кожа где? Вот кожа. Так. Не подхватывается. Магнит апгрейд. Мне для этого нужен пикап апгрейд как раз. Ладно, пикап апгрейд можно снять, ладно. А вот если у меня две эндер попёрлы, внезапно есть. Железо, лазурит, редстоун. Я тут вспомнил, чем я обычно занимался. У меня же было дохренища этих дроверов. Прям были стены, стены, стены дроверов с разными предметами, да? И все это было на дровер-контроллер. Вот чем я обычно занимался. Поэтому у меня все так забито не было. Вопрос, хочу ли я сейчас стены дроверов?
Насколько полезны стены дроверов будут на данном этапе, учитывая, что у меня разнообразие лута просто жесть. Я дроверов там буквально 10 могу сделать, все остальное будет все-таки по единичке прям. Это будет грузненько. Так. Один алмаз. У меня, кстати, есть один алмаз, да. Ровно один последний. Так, и... 3 редстоуна, да? Угу. Так. Ага, он еще и экспу может за меня собирать. Прикольно. Всякие фильтры можно тоже поставить, было бы забавно, наверное. Давай в тебя, наверное. Так. И другие вроде пока что не нужны. Можно автожрать поставить. Тоже вариант, наверное. Так, а это storage base upgrade. Магнит на бочку? Звучит любопытно. Smoking upgrade, smelting upgrade. Нифига себе. Фиг знает, как это будет происходить, но это очень любопытно. Здорово, Никотас. Окей, так. Пока сюда. Поспим пока. Ачивки, конечно, прям, ух, хорошо идут. Так, например... Значит, магнит мы сделали. Чё бы мне теперь ват идти, реально? В воду страшно опасно и мех. Так, давай я, наверное, колечко антилавы одену. В данный момент антилавовое кольцо, я думаю, весьма сильно попрет. Так, давай всю экспу тудой. Так. Окей. Железка. Кременька. Обсидианька. Угу. Так, где мы портал в ад будем строить? Надо быть не очень далеко от дома. Да можно прямо здесь на самом деле построить его, почему? Красивенький стал. Окей, как обычно мы с собой берем дохренище блоков для того, чтобы если что построить можно было выход как-нибудь бы. Угу. Кирку пока нахрен сюда. Так, у меня зелье... Fire Resist на 45, Fire Resist на 3 минуты. Еще Fire Resist на 3 минуты, так. Night Vision нету, вот что грустно.
Без Night Vision будет грустненько, плохо, противно, печально. Ну да ладно. В названии стрима сборка. Не, ну тут Night Vision не то, чтоб особо сильно Night нужен. Ладно. Так. Вот тут бы, вот типа, вот как посмотреть, где waypoint сейчас есть? Вот где я его должен посмотреть? Я же его отсюда не увижу даже. Пеглиные. Оу. Это агры? Это что-то новенькое, слушай. Okay. Какие-то очень новые эстрадные агромобы. Торгашка. Забавная. Торгашу я пока прыгать не очень сильно хочу. Ниса... Ёпты. Тут еще и каньон полноценный рядом со мной. А в единственном прямом месте у нас... Я не знаю, почему они аграми отображаются на карте. Но меня же свинолюди агриться не должны пока. Да, они не агрятся. Странно. Ну, короче... Весьма погадное место на самом деле для того, чтобы начинать ад исследовать. Надо признаться. Долгий полет в лаву тоже. Да, очень неприятное место для ада. Так. Окей. С тобой не сломаешь. Это так себе прикол. Здорово, Данда. Это новый ад? Да нет, это старый ад. Там в аду-то биомов добавлено было очень много в свое время. Так. Теперь вопрос. Куда бы мне теперь поставить портал в ад? Для того, чтобы начало становиться норм. Сахарный тростник пускай растет, теперь у нас он будет норм по всей длине. А это мы сахар нахер делаем. Nice. Такс. Пожрать что-нибудь интересненького. Я бы сказал так, во-первых, мне надо... Нет, не клеймап, мне надо... Окей. Мне нужны лесенки. Лесенки я там добуду сейчас, окей. Мне нужен более легкий способ подниматься вот на эту башню, в принципе, потому что это единственный ближайший waypoint, который только может быть. Ну и благо, блоки у нас как раз здесь есть.
Так я выше 1.12 не ходил. А, ну с подключением тогда. Так. Ага. Так. Очень странно, что здесь делали так, что лестницу спускать, конечно, нельзя. Я бы даже сказал, где-то удивительно. Так. Все. Теперь будет норм. Значит, мы идем. Слушай, а экспа здесь вообще не нужна теперь для телепорта, как факт. Это неплохо. Ну, можно в этот зорклодер. Весьма прилично... А... Я зажигалку с собой забыл. Фу. Нахрена выложил, спрашивается. Ой, я извинюсь. Тут же вроде можно переименовывать вейпоинты. Не исключено, но не точно. Окей, можно, ты прав. Так, километр... Не, ну тут каждый раз спускаться такой себе. Так. Это у нас... А, да. Ну, тут вот уже портал такой слобнутый готов. Интересно, что будет, если лежачий портал? Из него, наверное, выбираться будет хреново. Тогда, если он будет лежачим... Сейчас попробуем здесь. А, не, слушай, вейпоинт-то виден. Нифига себе, я настолько недалеко ушел. А тут обратная связь, то бишь километр не так считается, да? Ну, то бишь, я был, типа, тут, пришел, типа, сюда. Расстояние фигня, в реальной жизни расстояние километров, ну, в смысле, в мире. Но тоже, на самом деле, такое себе место для хождения в ад. Окей... Значит, мне надо в натуре далеко прям уйти. Прям вот трындец, насколько далеко уйти. Окей, давай мы все это поставим тогда сюда пока. Так. Сюда есть мод Immersive Portal, было бы забавно, в смысле Immersive Portal. Что, близ, что ли? Рели? Хм, реально близ, слушай.
Окей, это будет еще нахрен капец как удобно, если у меня рядом с базой близы будут спауниться. Приятненько, приятненько. Очень. Так. Это чтоб не перелететь. Окей. В какую жопедь мира нам надо тогда сходить? Для того, чтобы было норм. Вот в эту. Вот в 5 нахер километров будет норм. Он, конечно, наверху, что не очень сильно... Так, как там перезагружать? Ctrl F3? Нет. Кто помнит, как чанки перезагружать? Ctrl F5? Нет. Блин, я не помню, как чанки загрузятся. Окей, тогда нам надо куда-нибудь туда, наверное. Уи. Нет, это шейдеры перезагрузить, Лео, это не чанки грузить. Мне кажется, это немножко другое. Оу. Так, я в этом городе, судя по всему, уже был. Я на нем закончил в прошлый раз, по-моему, да? Да, окей. Самое время адский портал поставить рядом с городом. Бе! О, кстати. А вот этот снега я здесь не видел в прошлый раз. Ты кто? Шепард. Пойдет. Так, подожди, а магнит-то работает? Теперь магнит работать будет. Так. 80 блоков туда еще, что ли? Походу, где-то тут деревни еще в 80 блоках. И где-то там в 600 блоках. Где-то здесь. Окей, туда можно будет сходить, если портал в ад будет неудачным. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Окей. Да, посмотрим, что у нас будет в 5 километрах, нахрен. Это нахрен 5 километров. Мне не нравится, что кто-то walking nearby. Я, кстати, на дне каньона. Оу. Не, ну, в
принципе, здесь прокапываться не так плохо будет. Я вот не знаю, это типа... Блэкстоун, это же у нас деревня Пеглина, вот это, да? А крепости у меня так нигде рядом и не было, да? Грузненько. Alt F3 может или Shift F3, понял. Не, ну в принципе не так плохо. Здесь можно будет раскапываться, да? Только надо не забыть, где этот портал вот находится. Так. Я не уверен, как этот waypoint отображается, потому что его нет нигде, ни на карте, нигде вообще никуда нет. Как я его увижу потом, непонятно. И где здесь мои смерти, тоже немного непонятно. Ну ладно, пускай будет. А мы пока можем, в принципе, походить еще дальше. Много жопы какой-то. Не очень приятно было. Ну, кстати, свободные деревни — это не совсем плохая деревня, если тут... Если одна где-то там вот есть. Свободные деревни, они хорошие обычно. Свино-адская база из обновления. Да, типа 1.18, когда они ее там добавили. Это неплохо, если есть броня и Night Vision. И защита от огня, да. Тогда будет неплохо. В принципе, у меня какие-нибудь магма-кримы есть. У меня единственное, что нет адского нароста для того, чтобы зелье нормально делать. Я какой-то очень разноцветный лес вижу. О, кстати, деревню не обманули, неправда. Alt F3? Нет. Shift F3 не работает. Можешь Alt F5 как-нибудь? Нет. Упс. А! Факт! Да, конечно, стоило нажать Alt F4. Упс. Ну хотя ладно, давай мы на этом пока закончим на сегодня, окей.